Печальные новости пришли для поклонников творчества народного артиста России Александра Розенбаума. Как сообщает источник 13 марта, он поступил в Красноярскую больницу скорой помощи имени Карповича, где его сразу же перевели в реанимацию. Напомним, что накануне Розенбаум провел творческий вечер для сотрудников уголовно-исполнительной системы Красноярского края и поздравил их с профессиональным праздником, а сразу после этого дал концерт. Как стало известно, во время выступления артист испытывал сильные боли в ноге, но пытался это скрыть. Хотя на сцене уже прихрамывал. Будучи по характеру сильным человеком, а в прошлом врачом скорой помощи, реаниматологом, Александр Яковлевич старался не беспокоить окружающих и лечился сам, даже делал себе уколы. Но в диспансере ГУФСИН его коллега по медицине обратил внимание на то, что артист хромает, осмотрел ногу и велел срочно ехать в больницу. Розенбаум согласился. После обследования, это было уже в полночь 13 марта, сразу было понятно, что у певца тромб, операцию назначили сначала в краевой больнице, но затем ее перенесли в БСМП, рассказал источник в медицинских кругах. Розенбаума тут же перевезли в эту больницу. Еще раз провели обследование. Тромб подтвердился. Была назначена экстренная операция, которая прошла успешно. Длилась примерно час. Все быстро. Сейчас состояние народного артиста хорошее, и его здоровью и жизни ничего не угрожает. С ним сейчас все хорошо. Проходит реабилитация после операции, рассказал дежурный врач. Уверен, что со здоровьем нашего любимого певца все будет в норме. Все, что необходимо у нас есть, лечение пациент получает в полном объеме. К нему здесь очень хорошо относятся, впрочем, как и ко всем нашим больным. А то, что пишут сейчас в интернете, что, мол, к нему приходят медсестры, медперсонал, чтобы сфотографироваться вместе, это неправда.